Здравствуйте, уважаемые посетители портала «Армторг» и читатели журнала «Вестник арматуры строителя». Мы находимся в городе Челябинск на подразделении «Метран» компании «Эмерсон», куда нас любезно пригласили. Благодарим вас за это. Со 2 по 4 апреля в Челябинске проходит конференция, практическая конференция компании «Эмерсон» на тему запорно-регулирующая арматура, регуляторы давления, предохранительные клапаны и приводы. Мы перешли на производство, где мы сейчас и находимся. Сейчас идет практическая экскурсия по производству, где участники могут своими глазами убедиться в эффективных процессах производства. Тем временем, немного взяв паузу в своем насыщенном графике, нам с радостью согласился дать интервью директор по продажам компании «Эмерсон» Иван Курнаев. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Вероника. Спасибо за предоставленную возможность. Здравствуйте, зрители. Надеюсь, вы оцените то, что вы сегодня сможете увидеть на нашем производстве глазами наших коллег из «Армторга». Иван, «Эмерсон» – главный партнер по регулирующей запорной арматуре. Так было вами сказано в начале конференции. Скажите, пожалуйста, что собой представляет сегодня компания? Чему особое внимание уделяет компания «Эмерсон»? Ну, вообще, нужно сказать, что «Эмерсон» – это многопрофильный холдинг, который включает в себя ряд направлений. И арматура – это только часть общего, скажем так, комплекса производимого оборудования. При этом эта часть очень важная и востребованная на рынке. В общем-то, компания развивается по ряду направлений в рамках специализации по автоматизации технологических процессов на производстве. Это то, так скажем, чем отличается «Эмерсон». И еще достаточно важное отличие – то, что наша компания закрывает практически максимальный спектр производимого оборудования, необходимого на предприятии. То есть мы можем предложить заказчикам и на рынке оборудование, начиная от полевого типа и заканчивая системами управления технологических процессов, а также управление данными, работу с софтом, с программным обеспечением. А как вы представляете направление «Эмерсон» через 5 лет, к примеру? Вообще, конечно, нужно сказать, что «Эмерсон» мыслит себя по-прежнему находящимся в лидерах отрасли и в лидерах отрасли по всем направлениям, включая арматуру. Нужно сказать, что, на мой взгляд, сейчас рынок ищет экспертизу, подразумевающую не только то, что будет поставлено какое-то оборудование, а то, что компания знает, на какие технологические процессы это оборудование будет установлено и предлагает комплексное решение. То есть мы видим себя на рынке в лидерах именно с точки зрения востребованности заказчиками, еще раз, да, и мы считаем, что это то, что и должно нас в дальнейшем отличать. Посмотрите на те проекты, которые сейчас реализуются в нашей стране, да, например, арктические проекты или Северный поток, да, то есть это все требует совершенно новых зданий. Заводы строятся там, где раньше они никогда не строились. И, конечно, возрастает важность правильного подбора технологического оборудования. То, куда мы стремимся, собственно, и оставаться. Если заказчики будут видеть нашу ценность для них, они будут с нами. Мы в себе не сомневаемся. Наши знания, наши умения помогут нам оставаться в лидерах рынка и через 5 лет, и, я думаю, что и дольше. Иван, у меня еще вот интересный такой вопрос. Как вы планируете развивать бизнес-оборудование, в частности трубопроводную арматуру, в привязке к проектам? Потребители имеют возможность приобретения либо отдельное оборудование, либо программных комплексов? Вообще, знаете, у нас мы развиваемся в многовекторном направлении и развиваем как наш проектный бизнес, который, конечно, имеет свои особенности, так и развиваем бизнес, так называемый непроектный, который часто подразумевает продажу отдельных комплектов оборудования либо программного обеспечения. В общем-то, каждое из этих направлений имеет свои особенности. Да? Например, если мы говорим о непроектном бизнесе, зачастую требуется быстрый ответ на запрос заказчика. Требуется также достаточно в сжатые сроки осуществить поставку оборудования. Если говорить о проектном бизнесе, то здесь опять-таки очень важна экспертиза, которую мы можем предоставить. Да, я уже упоминал это слово. И, в общем-то, правильно оценить проект – это очень важно. Мы развиваемся еще раз в обоих направлениях и стараемся быть лучшими и там, и там.
Вы сказали о быстрых сроках поставки. Какие сроки? Ну вот, в частности, хорошо, что вы задали этот вопрос, Вероника. Здесь, в Челябинске, реализована программа под названием «Быстрая поставка», которая подразумевает поставку клапанов в течение от 8 до 14 недель. Во многом за счет того, что мы вложили денежные средства в склад. Вот. Но также не только из-за склада, а также из-за оптимизации ряда процессов на производстве мы имеем такую возможность. И эта программа, нужно сказать, развивается не только в Челябинске. У нас, в принципе, ряд заводов есть по всему миру, и, в общем-то, на многих из них это реализовано. Мы стараемся учитывать все потребности заказчиков. В настоящий момент Челябинск не может закрыть 100% потребностей рынка, хотя мы развиваемся в этом направлении, поэтому мы используем наши европейские, азиатские, в некоторых случаях американские заводы. Замечательно, потому что сроки поставки – это немаловажный момент, и это радует. А какая у вашей компании позиция в переговорах с вашими клиентами? Что приобретает конечный потребитель в данном случае? Ну, вы знаете, я могу еще раз вернуться к тому, что я сказал ранее. Дело в том, что мы подходим к вопросу комплексно, да? Конечно, мы оптимизируем свои процессы, чтобы быть конкурентными по сравнению с другими поставщиками на рынке. Это и оптимизация логистических процессов, это работа с поставщиками компонентов, это, в конце концов, оптимизация того, что происходит у нас в наших офисных площадках и на производстве. То есть работа над улучшением эффективности, собственно, работы персонала. Но также мы понимаем и предлагаем на рынке свою ценность как поставщика знаний технологических процессов. То есть мы считаем, что покупая нашу, в частности, если говорить об арматуре, покупая нашу арматуру, заказчик покупает наш опыт по реализации тех или иных проектов в различных индустриях. Если вы посмотрите на наше портфолио, поверьте мне, оно вызывает уважение, потому что разные проекты, и не только в нефтяной или в нефтегазовой промышленности, но также у нас достаточно широкий пакет, достаточно большой опыт по реализации проектов по сжижению природного газа, то, что сейчас у нас в стране активно развивается, и также другие отрасли, такие как химия, нефтехимия, и даже некоторые, скажем так, не совсем ключевые, но, тем не менее, они также развиваются. Замечательно. Эмерсон, в общем, везде пускает свои технологии и достаточно эффективно с этим справляется. Мы считаем, что мы находимся на конкурентных позициях на рынке, и благодаря, еще раз, нашим знаниям, умениям, то, что мы можем, используя всю синергию, накопленную различными заводами, различными офисами, мы можем предлагать для заказчика оптимальные решения. Если мы перешли к персоналу, умению, опыту, да, обучению персонала, поддержание профессионализма, да, поддержание процесса безопасного труда на производстве и многие другие международные практики, да, и стандарты взаимоотношений с сотрудниками, ну, требуют определенных вложений, технологий и существенных затрат. Как компании удается окупать эти затраты? И существуют ли какие-либо критерии оценки операционной эффективности? Вообще, конечно, Вероника, вы такой комплексный вопрос затронули. Действительно, нужно признать, что персонал и кадры – это вообще ключевой вопрос для любого бизнеса. Да? И мы это прекрасно понимаем. Развивать кадры – это приоритет, один из важнейших приоритетов нашей компании. Что мы для этого делаем? Прежде всего, нужно сказать, что мы стараемся развивать прежде всего своих сотрудников. Да? И для этого у нас существует весь необходимый набор тренингов различных с различными методиками обучения. Это касается как технической составляющей, так и финансов, логистики, базовые принципы продаж, базовые принципы юридической, скажем так, сферы. Это все реализовано благодаря наличию у нас специальной команды обучающей тренеров, очень опытные, кстати, специалисты. Помимо этого, мы также используем и развиваем сотрудничество с нашими вузами. В частности, вот хороший пример в Челябинске, Южно-Уральский государственный университет имеет соглашение с Эмерсоном, и студенты, начиная с третьего курса, уже проходят практику на предприятии в Метране, и также очень многие из них впоследствии устраиваются на работу в компанию.
Если вы посмотрите даже на состав специалистов, то во всех офисах, которых у нас порядка 40 в стране, у нас работают, практически во всех офисах у нас работают, так скажем, люди, которые заканчивали Южноуральский государственный университет. То есть это говорит и о качестве обучения, о том, что мы выбрали правильного партнера, и, в общем-то, мы стараемся развивать свои ресурсы. Переходя к вопросу о затратах и то, как мы позиционируемся на рынке, опять-таки, здесь нужно понимать, что это вопрос ключевой, один из ключевых, так же, как и персонал. Нужно сказать, что мы не можем поделиться с вами всей информацией, которая у нас финансовой частью, да, но поверьте, мы эффективны, мы, опять-таки, используя наши знания, опыт, умения, квалификацию, предоставляем ту добавленную стоимость для заказчика, из-за которой нас и ценят. То есть обучение происходит непосредственно в России? Обучение происходит и в России, и за рубежом. У нас много площадок. Есть европейские курсы, есть курсы в других регионах нашей планеты. При этом нужно сказать, что весь персонал у нас – это граждане России и СНГ. То есть у нас иностранных сотрудников нету практически. Возможны командировки, конечно, но в целом у нас персонал наш отечественный. Давайте вернемся к нефтегазовому сектору. Да? Многие компании нефтегазового сектора стремятся к информационной интеграции с поставщиками, особенно постоянными, в том числе в вопросах размещения заказов и их трекинга. Есть ли у Мерсен подобная практика? Да, конечно. Мы также прекрасно понимаем важность и необходимость такой задачи. В Эмерсоне работает большая команда проектных менеджеров, задача которых как раз-таки добиться оптимального исполнения проекта уже после заключения контракта или на финальной стадии перед заключением. Эта команда включается в работу. Она осуществляет непосредственный контакт с заказчиком, с нашими производствами. И наш опыт говорит о том, что, конечно, коммуникации очень важны. То есть прежде всего важно правильно, вовремя информировать наших заказчиков о том, что происходит с заказом в данный момент. Есть ряд инструментов для того, чтобы лучше это реализовать. В частности, есть такой, у нас, скажем так, документ, который дает заказчику возможность в определенное время, например, каждые 2 недели или каждый месяц узнавать график исполнения проекта. Да, соответственно, мы информируем заказчиков, проводим встречи с ними. Также контроль за исполнением проектов реализуется через инспекции. Инспекция – это достаточно рутинная для нас процедура, стандартная, присутствует на каждом заводе Эмерсон. Она может быть совершенно различной. Это может быть визуальная инспекция, это может быть инспекция с прохождением ряда тестов, да, которые необходимы для оборудования. Также это может быть инспекция. Это новинка относительно недавно. Мы внедрили видеоинспекцию. Да? Иногда так получается, что завод находится далеко, заказчику может быть неудобно лететь, но он тем не менее хочет знать и понимать, что происходит. Видеоинспекция позволяет ему это сделать. Иван, хотелось бы еще раз уточнить, еще раз, так скажем, сделать акцент. Да? Что все-таки является вашим конкурентным преимуществом именно компании Эмерсон? Да-да. Вы знаете, помимо того, что я перечислил ранее, у нас является совершенно четким пониманием, что мы должны непрерывно развиваться. Нет предела совершенству. И говоря это, Эмерсон не делает это просто словами, а реализует на практике. Это и периодическое обновление модельного ряда, добавление новинок определенных. Например, недавно достаточно громко прогремела новость относительно недавно, что наша компания стала использовать 3D-печать. Запчасти, которые могут быть использованы при производстве клапанов. Соответственно, это один из таких достаточно ярких примеров. Помимо, собственно, обновления модельного ряда, помимо новых опций и каких-то новых, скажем так, инструментов, мы используем также программы по работе с заказчиком, как то, например, управление складскими остатками. Опять же, то, что мы упоминали, программа быстрой поставки для непроектных заказов. То есть все это как раз-таки и происходит потому, что мы знаем, что на месте оставаться нельзя. Мы должны расти и развиваться дальше. Конечно, также очень важно для нас помнить о принципах этики бизнеса, ведения этичного бизнеса. И, как сказал руководитель нашей компании Дэвид Фарр,
компания может меняться, а этика останется всегда с нами. Мы считаем, что это очень важный компонент, который также будет востребован на рынке, в общем-то, всегда. Замечательно. Хорошие слова произнесли. Я добавлю лишь, нет предела совершенства, и желаем вам удачи. Спасибо, Вероника. Мы тоже хотели поблагодарить ваш портал еще раз за то, что вы приехали. Достаточно популярный ресурс. Я лично сам регулярно, так сказать, просматриваю там новости отраслевые. Считаю, что вы сделали большой прогресс за последние годы. Еще раз рады вас видеть и приезжайте к нам всегда. Спасибо большое. Удачи. Вам тоже.